Изучать историю Одессы стало проще и интересней. Например, получить информацию об этом архитектурном памятнике можно прямо здесь и прямо сейчас. Все, что для этого нужно – смартфон или планшет. Можно в очередной раз обратить внимание на ту красоту, которая нас окружает, на те строения, да. Можно рассказать о достопримечательностях Одессы вот таким способом гостям нашего города или лишний раз, гуляя по улице, получить какую-то информацию, узнать что-то новое. Размещением QR-табличек занимается общественная организация «Одесса 2.0» в сотрудничестве с украинской Википедией. Первые информационные изображения появились на таких знаковых для города памятниках архитектуры, как дом с атлантами, здание русского театра, гостиница «Бристоль» и на многих других. Отдельное спасибо я хотел бы сказать сообществу одесского бородачей. Мы вышли на них и предложили поучаствовать в проекте. Они на откликнулись и планируют предложить нам еще там 15-16 зданий, которые тем или иным образом связаны с известными бородачами Одессы. 15 одесских достопримечательностей уже обзавелись специальными табличками. В скором времени QR-коды появятся на здании главпочтампа и на других архитектурных памятниках города. Конечная цель проекта – создание интерактивной карты одесских достопримечательностей, которые смогут пользоваться как туристы, так и жители города. Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса.